Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие гости нашего канала. Сегодня для вас очередная заготовка. Заготовка называется «Баклажаны с луком на зиму». Я, как всегда, готовлю на пол рецепта. Кому нужен на полный рецепт, умножайте все в два раза. Я что для этого взяла? Я взяла 2 килограмма в очищенном виде баклажан, пол килограмма морковки в очищенном виде, 300 грамм перца, пол килограмма лука. Ну, у меня, может быть, весы не очень точные, поэтому тут какие-то плюс-минус 20-30 грамм. 150 грамм чеснока у меня, 250 миллилитров подсолнечного масла, по желанию красный молотый перец, у кого есть стручковый перец горький, можно его добавить, соль. Теперь у меня здесь налито 200 миллилитров воды и 150 миллилитров столового уксуса. Для начала 9% столового уксуса. Столовый — это 9%. Для начала нам нужно на 2 часа замариновать лук. Утопили в маринаде лук и оставили на 2 часа. Пока вы подготовите остальные овощи, он замаринуется. Сейчас нам нужно нарезать перец. Перец мы будем обжаривать. Морковь мне нужно потереть на крупной терке. Баклажаны мне нужно порезать кубиком. Лук у нас в маринаде, перец, морковь, баклажаны мы должны обжарить вот на вот этом масле. Отлила масло немного, обжариваю перец до готовности. А в этой сковороде я буду обжаривать морковь. Перец готов. Выкладываем его в емкость, в которой будете перемешивать салат. Теперь жарим баклажаны. Я буду тоже в двух сковородках жарить. Морковь тоже готова. Ее тоже определяем в кастрюлю в эту.
Баклажаны у меня тоже готовы. Овощи у меня обжарены, все пожарены. Чеснок у меня порезан. Лук у меня еще маринуется, еще немножко времени ему нужно. Теперь я сюда насыплю чайную ложечку горького перца. Это по желанию, дорогие друзья. И ложку, ну, вот так вот, соли. Вы смотрите на свой вкус. Соль и перец. Сейчас промешаем все это. Пусть оно все постоит. И будем потом раскладывать в стерилизованные банки и стерилизовать этот салатик. Лук мы сцедили от водички. Я его не отжимала, просто сцедила. Даже немного водички попадается. От маринада, вернее. А не от водички, я же его мариновала. Теперь еще раз перемешаем всю эту смесь. Попробуйте обязательно на соль, на перец. Как вам? На остроту. Вот хочу сказать, что я люблю остренькое. И хочу еще добавить перчика. Ну, наверное, тут пол ложечки добавила красного. Это вы регулируйте сами. И, может быть, даже чайную ложечку соли. Вот без горки. Я тоже добавлю. Очень вкусно уже. Но зимой будем тоже радоваться этому салатику. И баночки я простерилизовала. И теперь кладу это все в баночки. И нужно будет стерилизовать. Пока я кладу в баночки, я вам расскажу. Вчера я готовила салат баклажаны с яйцами. Кто еще не посмотрел, обязательно посмотрите, приготовьте. Если любите баклажаны для себя, и попробуйте. Очень вкусный. Особенно, когда остынет. Вот, кто не знает, так и не скажет, что это баклажаны. Как грибы похожи, кстати. Может, в описании я оставлю ссылочку на это видео. Посмотрите. Готовится очень просто и быстро. И также съедается. Вот из того набора продуктов, которые я вам показывала, получилось 3 литра и вот в тарелочке немного. Поставила стерилизовать, вода еще не кипела. Как закипит, 20 минут стерилизуем. Я уже совсем зарапортовалась. Крышки-то не одела. Думаю, что не так? Крышки я прокипятила. Я ими просто прикрываю, не закручивая, просто прикрыла. Двадцать минут прошло. Нравятся мне эти банки закручивать. Раз и готово. И все. Закрыла и теперь до полного остывания банок.
На этом я с вами прощаюсь, девочки и мальчики. Всем всего самого хорошего, удачных вам заготовок без бомбажа. Увидимся в следующем видео.